Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам проведу обзор одной увлекательной игры FOM Online Soccer Manager, или как по-английскому. Начинаем. Давайте зарегистрируемся. Заходим сюда. И напишем ник. Ник моего канала, имя моего канала. Ой. Так. Пароль мы ставим. Потом почти карьеру выбираем, набираем код ваучера. Так, и сейчас выбираем страну. Ну, типично мы выберем самую популярную лигу, будем Англия. Вот, а пока оставляем на Лестере. Здесь, о, здесь можно выбрать, больше всего выбрать здесь. Пока оставляем. Германия. В Германии тоже плохо. Плохо дело у нас в Германии. В Италии. И я России не буду заходить. Потому что я знаю, там многие команды будут. И здесь тоже многие команды. Давайте зайдем так. Россию. Нет. Нормальные команды нет. Ростов. Ну, несмотря что сегодня в этом сезоне вторая это Ростов, не рискуем брать. Заходим в Англию. Берем Лестер. Лестер Сити. На. Подписываем контракт Лестеру. Так. И. Так. Хорошо. Это сообщение мы выходим. Начинаем. Нанимаем сотрудников. Ассистент у нас есть. Тренер нападающих, тренер защитников, тренер защитников. Три, врач. Нам нужно два врача, потому что это премьер-лига. Многие ставят тактику очень агрессивную, поэтому может быть травма. Шпион не нужен, адвокат нужен, конечно же, финансовый директор нужен. Все. Потом выбираем тренировку игроков. Мы играем с Норвичем, потому что можно сильных ставить. Вот. Давайте ставим Варди. О, здесь очень большой выбор. Здесь очень большой выбор, ставим Грея. Грей, хорошо, Грей. Есть Шлюп. А вратарь у нас будет Каспер Шмей. Да, Каспер Шмей. Он главный вратарь будет у нас. Так, выбираем тактику. Вот, выбираем самые часы. А ваши игроки не будут получать красные карточки. Игра в пас, это типичная тактика. Вот, вот здесь. Нападение, чтобы они остались впереди. Полузащитники. В середине. Защитники назад. Персональная опека. Особая ловушка для атакующей. Обычный стиль игры. И прессинг 80-85. Так. Потом. Определить стартовый состав. Это очень главное. Ставим состав. Тактику 4-3-3. Это обычная тактика. Ставим Шварца на ворота. Потом самых юных, неопытных, так можно сказать, неопытных игроков ставим. Переделываем тактику 3 защитника. 3, 4, 3. Так, Кинг сюда, Джеймс сюда, вот ставим Олбрайтон сюда. И кого нам поставить? Дальше Дайра. А нападение у нас Окадзаки. Нет, нам нужна тактика другая. Это нам не подходит. Сейчас 3. 3-5. 3-5-2. 3-5-2. Заставим мы Армти. Сюда ставим Окадзаки. Так, замену ставим. Вот так вот. Когда мы будем играть с основным составом, будет так. 4-5-1. 4-5-1. Типичная тактика. Ну так, оставляем 3-5-2. Потом идем выбрать специалистов. Ну, конечно же, здесь будет капитан у нас. Капитан у нас. И Шварцев, он опытный. Финансист Ульева. Красной клуб пробивает, пусть пробивает Окадзаки. А здесь пусть пробивает. Так.
выбрать спонсоров. Ага. Это очень легко. Самые дорогие. 167. 150. Я просто не поглядел. И здесь самый последний бейс. Очень интересные имена здесь ставят. Так вот. Играем товарищеский матч против Айвы Юнайтед. Да. Сейчас мы сыграем товарищеский матч. И посмотрим, с каким счетом мы выиграем. Разгромим, то есть, Айвы Юнайтед. И мы выигрываем 4-0. Хороший результат для нас. Викинг повысил свой навык игры в атаке и защите. Лучший игрок матча Ульюа. Как и ожидалось. Так, и нам остается ждать начала сезона, в принципе. Смотрим на менеджеру, какие команды заняты. Эвертон пустой, Тоттенхэм пустует. Вестхэм пустует. Все, в принципе, это все, что я хотел рассказать вам. Да. Играйте в эту игру, она очень интересная. Все, всем пока.